Народный депутат Украины Вадим Новинский целенаправленно приехал в Одессу проголосовать на одном из избирательных участков Приморского района. По его словам, в такой стрессовый для всех украинцев день Одесса – лучшее место для голосования. Одесса – это южная столица Украины. Политическая, экономическая, культурная. И город, где всегда ощущаешь оптимизм одесситов и веру в наше достойное будущее. Сегодняшний день – очень важный день в истории независимой Украины, когда мы выбираем будущее Украины на ближайшие 5 лет. Курс, который будет осуществлять наша страна. И очень важно сегодня каждому украинцу прийти и отдать свой голос. Что власть, каждый украинец должен понять, что власть в Украине принадлежит народу. Никому другому, ни президенту, ни правительству, ни Верховной Раде, а народу. И когда мы избираем президента, мы избираем не царя себе, а того человека, который должен служить Украине, служить украинскому народу. В знак мирного будущего Украины Вадим Новинский возле памятника Дзюку выпустил в небо белых голубей. Раз, два, три.